Пошли! Чего забрали? Ну что у вас за розовые? Чё тебе не нравится на розовые РПГ? Если у тебя есть претензии к розовому шестиствольнику, выскажи их ему. Лицом к стволу. Вот сейчас начинается... Стоять! Все выбрали самое тяжелое оружие из того, чтобы дробовики убрать нахрен. Либо пулеметы, либо пистолеты, либо что угодно. Пистолеты в смысле и бронебойные. Во. Ладно, так, я вот это... так стреляю вот так? Или как? Я взрываю машины. И пехов мочит. Угу. Так, я вот в этот сектор встаю. Надо еще налезть за ленту было. Блин, тогда бы танк не был. Так, есть, открывай мне двери. Я ж маленький. Пулемет возьму. Потом у меня что-то зависло. Сейчас, погодите. Игра только вышла. Полиция грузится. Ведем сводки новостей из банка. Уже третий день террористы по тысяче. Заложников не выходят из него. Заложников нет. Кто-то погибал. Это эпик. Кого-то уже убили. Меня тоже. Это эпичное. Да. Да. Ладно, сейчас мы запустим, что там. Я зачем так менять-то? Думаешь, то, что ты теперь вот на этой вот штуке, и нам сейчас навстречу кто-нибудь на дяже поедет. Ой, Димас, хорош. Я буду сотрохали все. Так, надо уворачиваться. Уворачиваемся. Прошел. Я прошел, блядь. Единственный проехал. Я тебе породил, да? Меня тоже выкинул. Ну, смотрите, Димас, когда ехал сам на плохой тачке, не трогайте меня, сам когда на этом грузовике всех выпихивает. Я ходить до сих пор пройти. Пошли его в жопу, все меня трогали. Я тебя не трогал. Извини, Лотер. Не хотел бить, а тоже прости. Вообще, смотри, новый человек с нами играет, еще извиняется за это. Встречаемся, морда бьем. Ересь, посмотри, что ей за тебя. Давай вперед. Правильно. Красиво. Хорошо, что по финишу, мать. Вау, кто-то подлетел эпично. Это Витя. А вон кто пропустили. А чё ты так меня? Смотри-ка. Главное, с нами играть первый раз, а уже хочет именно мне нагадить персонально. Он уже понял, кому он нужен. Это что-то значит. Ванок, я бы на твоем месте задумался. Он сейчас снова поедет. Просто потому, что там Феди носатый. Вот я про то и говорю. Тут двойной удар надо делать. О, спасибо. Я на него кого-то пихнул. Принес жертву Одину? Угу. Давай договоримся. Ты нас пропускаешь? Там у нас Ванок в задницу пытается сунуться. Я вправо ушел. Пойдем, спасибо, ребята, вы меня прикрыли. Так, один прикрыли. Я уже не могу. Я уже не хочу играть в эту карту. Блин. Чё не так-то? Я пролетел, я чувствую, что это было в первый и последний раз. Я направо. Офигеть. Кто это был? Есть какой-нибудь неудачник, кто первую точку еще не взял? Как меня подкинуло прям. Ты видел ролик с этого? Значит, я один. Да. Крутило. Блин, ну сволочь. Ну, вы понимаете, там почему я врезался-то, я не пойму. Почему я врезался, сейчас не пойму. Во что главное? Неожиданность. Неожиданность, да. Детской. О, Ванок, давай так ехать. Давай. Блин, сейчас тряпок. Ай, все, я уже не еду так. Только ты видишь за мной. Господи, на чем я? Ролекс читер, между прочим. Это кто сейчас пролетел мимо? Это я. Ты что летел? Ты жив? Нет. Я сбил столб и улетел. Скорая помощь. Я нормально прилетел. Скорая помощь никто не трогает. Да.
Кому-то сразу хер... два. Кому-то херовато. Скорая помощь. Вы обидели. Вы любите свободное падение? Нет. Но судя по всему, сейчас придется полюбить, да? Да. Так, я уже бегу улетел. Ой. Хорошее начало. Отлично. Изысканное. Все в воздухе, а не на земле. Очень, кстати, было тут ускорение. Болик с неуничтожимый. Вот грузовик как-то странно едет. Едет, катится. Надо по прямой. Да что ж я врезаюсь-то за сутки. Привет, Алекс. Привет. Просто едьте по прямой, грузовики. Мы едем, а нас закручивает почему-то. Едем от собак, поехали. Вон, звонка закрутила. Да, ну это я то, что на это налетел. Вау. Ну, надо прямо ехать, прям совсем не сворачивать. Давай посильнее. Вау! Вау! Начало... Ты мне, короче, в чекпоин попал. Началось западло. Вау. Не, кстати, свободного падения тут что-то не особо. Да есть, проскочил, сволочь. Вот это вот бесплатное, да? Да. Это так, которое ретро. Необычное. Это спорткар. Ну, сейчас будет интересно, элементик. А вот спасибо, вот чётко в дырочку. Фильм называется «Попробуйте законтролить машину». Да я даже не пытаюсь. Выровнялся, и сейчас опять... Лимузина, чтоб вы понимали, жопа смотрит в левую сторону. Задел кого-нибудь? Что случилось? Я знаю, что я убил Роликса. Прямой друг. И себя. Как тебе не стыдно? Только потом прицелиться куда-то вниз. Так, моя команда Витя решила просто убиться. Вау. Рентики. На приземлении. Я тоже. Но я двоих убил. Я двоих убил. Я Вика забыл. Вау. А вот, вот тебе и гранатометы побеждают. Вау, блин. Ой. Я даже кого-то уничтожил.
Что? Олег, красный нашел эксперта. Я выжил. Ой, не выжил! Ой, не выжил, Роликс. Вот это было, конечно, неожиданно. Ни хрена себе! Как ты меня убил? Это я убил! Это как? Сама наводяшка. Написался, что у меня Лотр убил. Лотр? А, значит, не я. Две самые наводяшки было. О! Роликс, я тебя не трогал. Ну и что? А кто? Как? Все, нормально, не пинайте. Кстати, там кто-то из наших черного так хорошо скинул. Ой, плохо. Нормально. Студентики. И так плохо. Шатаемся, дай. Не, зачем? Не пинать его! Надо пнуть. Нет, его пинать надо. Пинайте, пинай, Алекс, пинай. Пнул. Пинать его. Черный, пинай. Перевернул, блядь. Он полежит. И он уже лежа. У него лажает, а скорость убрал. Давай, Лотер. Даю. Хорош. Происходит. Лучше. Блин. Сзади меня пинайте. Ракашки мелкие. Я потолкну. Давай. Не сейчас финиш уже будет. Давайте, если что, запихнем его. Чуть-чуть. Блин. Выпихивай его, нахрен. Лучший. Вот это было эпично. Конечно. В коем веке доехали, кстати говоря. Где лопаты? Следующий круг появился. Да. Я понял. Роликс еще бибикой. Ай, слишком быстрая. О, Влада! Влада, как ты умер? Гравитация, инерция, прочие цели. Нет, свой. Так, фиолетовый, подать надо рыжих. Я знаю, надо добраться, уже скоро время. Не беда. Да ёлки-палки. Я, блин, сначала педали перепутал. Блин, назад вместо что-то перепутал. Ишь, кто-то на педалях играет. Блять! Ой, Роликс! Роликс, извини. Роликс, то же самое, что сделал. Немножечко виноват. Два брата, да? Дай ход для развалёта быстро. Давай, Димас, давай. Еще 5 минут. Так, давайте только очередность взлета соблюдаем. Да, вот, я жду Пейна. Чтоб его сбить. Пейн, вперед. Димас, блядь! Охуенно. Как? Я пойду покурю. Тандер. У тебя лотер ракеты закончились? Они бесконечны. Мне самое неудивающее. Бесконечны.
Придерживаемся очередности взлета. И такой Димас, блядь. Как в этом. Нет, как собаки, блядь. Задирает, блядь. Я хорошо финишировал. И начинает. Димас, кстати, хорошо вообще заходит. Такой, что? Не хорошо. Что? В меня самолет упал. Блин. Низко слишком. Димас, ты что, в меня врезался? Я тебя не это, не побрил? Нет. Чёрт. Вау. Вау. Горел прям. Почему поражение-то? Ну как обычно. Я не понял. Как обычно. Нам мужикам закон не писан. Ну только здесь без пинка, ладно, мотоцикл. А он тут не работает. А тут не работает. Ну блин! Я... Вонок! Кстати, я не специально ролик. Ты просто... Нормально, я стал... Ну Ролис молодец прям. Ролис, как договаривались, все честно. Тебе плата подлежит. Все. С меня оплата? Ну нет, ну что? Ванок, с меня оплата? Что это такое? За условие? Нет! Блин! Знак. Такая есть. Не переживай. Я второй? Ох, шит. Да. Я забыл, что у этой машины нет ускорения, а есть прыжок. Как? Просто как? Ты куда убежал? А только оно одноразовое, по-моему. Да, ну чем больше едешь. Не, не устанавливается. Останавливается. Блин, зарядка! Быстро-быстро садимся. Сейчас, сорян, я в самый краешек попал. Блять! Это что, блять? У нас машина взорвалась перед нами. Назад. Да не такому не надо. Вот там у тебя кто сзади. Идем. Что такое? Он обратил внимание, не мы. Я вообще назад стрелял. Забавно. Сейчас. Это не еще раз. Мой ванок. Косы. Тихо.
Дитя, Дитя, садись, садись. Ах! Что вы придет? Чувствую, будет это. Ух, а ты украшен. А нет, не в скалу, не в скалы, не в скалы. Твою мать. Что там? Блять. Да ёб твою, что ж такое? Вот теперь поехали. Витя, готовься. Витя, F, F. Пробел, пробел, сразу пробел. Пробел! Пробел! Левая кнопка! Кто умер? Блять, ну какого хера ты делаешь? Ты жив? Лайс! Давай, 25, 24. А надо еще уехать, да? Нет, просто в лодку сесть. Блять, Лотер! Давай, блять! Зовите, Витя к воде! Лотер 14. А, Витя? Витя, Витя, не... F жми! Витя, жми F! 10, 9! Ура! Еще нет. Нет? Вот я теперь ж, да. В смысле, это таймер на сесть. Здесь именно сесть должен, задницу посадить на сиденье. Ну все, это лучшая попытка. Главное, теперь на лодке не убить. А вы знаете, что можно подняться вверх по водопаду? Нет. Окей, the money. Here. And here. And here. And... Here, okay, you better take off and take care, okay. Bye-bye. Ой. Все тоже переживали по поводу того, что покажет не пройдено. А ведь и золото, вот их платье. Чистый доход.